Ну, предполагали, что такая игра будет сложная. Газаев хорошо строит оборону, поэтому предполагали, что будет плотная, низкая оборона. В общем, так получилось, что мы, кстати, не сильные в этом компоненте, в позиционных атаках. Здесь нужно было мяч побыстрее двигать, и свободная зона где-то искать нужно было и за спиной защитников, и между линиями. В общем, у нас так с трудом все получалось. Да, преимущество было, владели мячом, но до остроты не доходило, поэтому есть проблема, есть засада, но если принять во внимание, что после удаления еще оставить меньше след в домашней игре, в общем-то, положительный результат уже результат. А так в целом, конечно, нам надо дорабатывать по оппозиционным атакам. После турника еще так по движению были сомнения у некоторых ребят, тем не менее, поставили. В общем-то, игра показала, что все-таки свежести не хватило на короткой неделе, поэтому в следующую неделю чуть-чуть работу изменим. Направленность тренировок и, в общем-то, так в целом. Идем тур за туром, поэтому положительный результат тоже результат. Есть вопросы? Пожалуйста. Я не буду комментировать судейство, у меня есть свои соображения, но я его не буду озвучивать, понимаете. Это российский футбол, поэтому здесь все говорить. Ясно. По поводу замен, то есть все удалось, реализовали эти ребята, которые выходили на замену, то, что их... Ну, как бы так, Тлупов добавил движение, так и давление, в общем-то, и я думаю, что распорядись он этим мячом с разворота, в общем-то, может быть. Все по-другому было. У Енисея, в общем-то, по атаке вообще ничего не дали сделать. В обороне отыграли внимательно, с максимальной концентрацией, в общем-то. Ничего не дали сопернику сделать, но по атаке, конечно, нужно будет нам что-то думать. Так старались, я говорю, что не хватает нам, не хватает движения, не хватает качеств, не хватает быстроты принятия решения, как мяч двигать, в общем. Так комплексно надо все решать. Поэтому хорошо, что это в начале сезона. Думаю, что соперники посмотрят. Возможно, нет, не первая игра такая. Поэтому нам нужно по этому поводу что-то подумать. Как надо изменяться в лучшую сторону в позиционных атаках. И по поводу Мануилова вопрос. То есть оборона первый раз будет в следующем матче играть не, ну, в измененном составе. Ну или второй раз дальше. Ну, у нас есть ротация есть, поэтому здесь как бы проблем нет. По Роме тоже он эти игры, в общем-то, отыграл на нормальном уровне, хорошо играл по атаке, поддерживал, и, в общем-то, по обороне не было проблем. Но сегодня состояние, видать, такое было, что нужно терпеть, жара, не то состояние, не на том уровне, я, в общем-то, налетел на второй, хотя в перерыве предупреждал их, у кого карточки, смотрите, он уже контролирует нас, возможно, и повтор пойдет. Но не доиграли, выпустили атаку, еще на карту налетел, на вторую ударили.